Всем привет! Мы сегодня выехали на экскурсию. Находимся в часе езды от нашего города на Златиборье, в деревне, которая называется Рожанство. Недалеко от этой деревни есть очень красивая пещера, так что если вы вдруг будете отдыхать на Златиборье, советую обязательно ее посетить. И сейчас посмотрите. Я обязательно сниму и покажу. Так, эта пещера является естественной достопримечательностью. Находится на северо-восточной стороне Златибора, длиной 1961 метр. Принадлежит группе 20 крупнейших пещер в Сербии. Объявлена памятником природы. Сейчас мы спускаемся вот по ступеням к пещере. И вот вход в пещеру. Да, такой страшный вход. Достаточно много сегодня людей вот скопилось перед входом, ждут, ожидают начала экскурсии. Сказано, что эта пещера имеет площадь 7911,5 квадратных метров, 120 тысяч метров кубических. Для туристов доступно 280 метров. Вход 18 метров высотой. Да, вход реально огромный, 18 метров в высоту. Dr. Radin Kolozarević je pećin ispitivao, napisavši knjigu po kojoj pričamo o njoj. Uređeni osetljeni dio za sada je 280 metara, radit će se i dalje na tim uređenjima, etapno se radi, znači pećin je i dalje u izgradnju. Recimo, ovo je prva svetla dvorana u pećini, koja je sama sebi dala naziv, jer mi ne vidimo od svetlosti dana, gde se sa lijeve strane nalazi Kiparska kupa. Она не благоустроенная, ну, в общем, есть тут все освещение, проходы достаточно удобные с решетками, чтобы там, не дай бог, никто никуда не свалился. В общем, очень все хорошо сделано и очень красиво. Обязательно посетите вот эту вот пещеру, это что-то невероятное. Очень красиво, особенно... Сейчас здесь нет воды, мы один раз были в марте, когда только сошел снег, и вот здесь вот эти полные
все были корыта, как их называют, были полны воды. Вот там вот она сливалась как на водопад, водопад, ступень на ступень. Вот здесь вообще, конечно, невероятно красиво подсветка выполнена. Да, сейчас лишь немного воды вот в этих картах находится. В прошлый раз мы были в марте, после того, как стаял снег, и вода просто переливалась вот с этих корыт водопадом. Глубина кале 15 см почетная. Вот около нас 2 метра глубокой кале. Преко пута се налази канал с кадом. В том каналу постоит еще 40 метров кала, где наидублья кала, оттуда внизу прва, 7 метров и 20 см ее глубина. 655 метров длины канала. Излази на površину земли, улаз се оттуда назива Мала Печеница, jer se 78 метров пузи в каналу нема довольно висине, да би зашли на površину. Вода е периодично присутна на кадама, в летни период обично не буде воде сувесу, jer чим нестане дотока, корозен материал, ovaj крещак, вода лагано исчезне из када. Прозорно je зелена боја воде на фотографијама, што нема вези са светлостним ефектима, него је до састава стрина. Mi vodu nazivamo eliksir mladosti jer bogata je jako krećakom, kad se umije, krećak zateže lice, silicijom dioksid, sjaju. Водопад шуми, под ноги стекает. Очень страшно стоять на этой решетке, когда вода под ногами потоком бурлит. Выход из пещеры вот так вот, вот выглядит. И нам теперь нужно будет вернуться, подняться вверх на дорогу. Вот. Люди делятся впечатлениями, вышедшие с экскурсии, пишут отзывы в книге. А мы сейчас будем возвращаться. Мы сейчас находимся на Златиборе. Это такое туристическое место. Здесь всегда очень много туристов и из Сербии, и из других стран. Вот, вот, вот. Вот выглядит центральная площадь. Там небольшое искусственное озеро. Кафешки, ресторанчики. Немного уже украсили к Новому году. И, по моему мнению, вот это вот самая красивая улица Златибора. Сейчас мы будем двигаться вот по этой улице. Очень все красиво сделано. Красивые домики, которые сдаются туристам. Вот, сегодня очень-очень тепло на улице, плюс 16 или плюс 15 градусов, 20 ноября, погода радует нас последние 3 дня, больше 15-16 градусов поднимается. Самое время для прогулок, очень красиво здесь прогуляться, воздух чистый. Вот такие вот домики в таком стиле, все выполнены. Так, возле каждого такого домика парковочные места с номерками.
Очень так, все стильно, интересно, направлено. Ой, направлено, я по-сербски говорю. Делано, построено. Вот таблички, что сдаются в аренду. Вот такие вот домики.